Всем, ребята, доброе утро. Барон, бери колечко. Пришли мы с бароном и с Бертой в парк. У нас опять метель, метет. Приходим в парк каждый день, и снега все больше и больше. Бери, барош. На участке тоже замело. Думали, колечки не найдем. Нет. Барон, колечко, апорт. Бери на. Апорт. Бери колечко. Ой, дуралей. Он это колечко дает, чтобы я кинула. Пойдемте. В парке сегодня никого нет. Вчера были люди с собачками, сегодня никого. Ну, видать, такой снег, метелька. Вот. Пошли, барош. Пойдем, пойдем. Игривый, скакун. Посмотрите на барошку. Ну, мне кажется, прекрасный молодой человек. Фу, молодой пес. Господи. Прекрасный молодой пес. Игривый, веселый. Всегда в настроении, всегда готов играть. Пойдем, барон. Компаньон хороший. Мы вчера такие моменты наблюдали. Вечером с кухни собирались уходить с Артуром. Спать уже. Я первая пошла. Ушла. Барон стоит, вроде двинулся, остановился и ждет Артура. Со мной не пошел. На половине где-то в коридоре, между коридор, ну, между кухней и спальней стоит в коридорчике и на Артура смотрит. Пошли, говорит батя. Со мной не пошел. Вот. Потом я вернулась на кухню. Артур пошел в спальню. Барон ушел с ним. Берта пошла только за мной. Ну, в общем, так вот у нас произошло. Такое, как сказать, ну, барон любит больше, не любит, а больше привязан к Артуру. Берта больше ко мне. Вот. Ну, в общем, Артур у меня как-то и говорил, хочу собаку. Хочу собаку свою, потому что Берта это все равно моя девчонка. Ну вот получилось, что теперь барон. У Артура есть барон, такой красавчик. Да, Баруша? А в воскресенье у Артура один выходной. Вот. И в воскресенье Артур лежал что-то на кровати, да? Сейчас, Баруша. Отдыхал, смотрел кино, что ли? Вот, к вечеру было. Тут барон. Тихо, Берта. Пришел Баруша с зала, с комнаты. Залез, посмотрел на Артура сначала, потом запрыгнул на койку. И знаете, что он сделал? Залез прямо на Артура, лег. Бертофон лег на Артура, облизал его всего и лежит на Артуре. Я говорю, скучают по тебе. Тихо. Все-таки барону кобелю, наверное, мужская рука нужна. Мужская сильная. Вот. И вот Артур в этом плане нужен барону. Да, барон? А Артуру нужен барон. Вот такой вот сильный, смелый, веселый, умелый. Пойдем, Бертуша. Так что, конечно, мы их так не разделяем. Прям это моя, нет. Ну, просто вот они выделяют нас сами. Пойдем, барон. Барон ждет игры. Сейчас будем играть. Да не трожь ты колечко, никуда оно не денется. Он такой скакун, летун. Собачка в жилетке. Пошли, барош. Здравствуйте. Кокер-спаниелька. Так что вот такие вот наблюдательные, интересные моменты. Так, что, ребята, в парке никого. Что мы будем уж по дорожке побегаем? Сейчас я одену рукавичку. Вторую. Бертунь. Бертуня. А Динку тоже хочется взять с собой в парк. Но мне для одной с тремя активными собаками будет тяжеловато. Вот. И по дорогам вести. Поэтому Динку, наверное, когда с Артуром соберемся,
Бароша. Барон готов играть. Бароша, сидеть. Бароша, готов. И Берта готова. Берта гоняет барона. Вот такая у Берты, как это сказать, такое в характере, даже не такая, такое в характере проявляется, что она говорит: играйте со мной. Если кто-то бежит, вот барон, к примеру, она его начинает гонять. Берта, апорт, тут барошка. Ой, ветер дует, давайте в ту сторону отвернемся. Ветер со снегом дует. Где Берточка, колечко где Бертина? Берта, колечко твое. Барона зачем гоняешь? Колечко неси. А вечерами, вот я с Динкой утром в обед где-то гуляю, вечерами мы выходим втроем. Утром тоже втроем выходим. Вот перед прогулкой сюда мы вышли втроем. Сначала я с Диной погуляла, поиграла, потом вывела Берту барона. Втроем поиграли. А Динке все равно, наверное, скучновато. В обед я выхожу с Диной одна, но могу Берту с бароном выпустить, если хотят. А вечером обычно после 8, где-то вчера, наверное, в 8:30 мы начали. Минут 40-50 мы гуляем на участке в темноте. Там фонарик зажигаем. Втроем Берта, Динка и барон. Вот, и всем весело. И домой они не хотят заходить. Вчера вроде как морозец был. Так, сегодня у нас минус 5 градусов было утром. Утром это в 7 утра, сейчас не знаю сколько. Вот, ну не холодно, хорошо. И такая поземка, ну, ой, поземка, господи, метель такой, снежок небольшой. Барош, барон, Берта, колечко неси баронина. Барон такой хитрый, успевает и там, и сям. Берта, колечко давай. Берта, да будем играть или нет? Берта сегодня что-то нюхает. Замело следы вон снежку. Сколько. Она вынюхивает, кто был, где был собака-нюхач. Колечко-то неси. Ты будешь играть с колечком, Берта? Вот смотрит, все высматривает, такая любопытная. Ну, конечно, у нее уже возраст. Она больше посмотреть. Берта. Никого из собачек нет. Берточка, бери колечко. Берта ошибается. Думает, это папка ее. Нет. Берта, чужой. Нельзя. Иди сюда. Берта, иди сюда. Нельзя. Бери колечко. В общем, собаки больше... носом. Берта вообще носом больше работает, чем глазами. Вот смотрит на человека. Берта, колечко бери. Бароша, апорт. Берта. Обозналась она, обозналась. Да. Я ж тебе говорю, это не наши. Обозналась Берточка. Пойдем, бери. Берта, бери колечко, пошли. Ну, вот такие вот моменты у нее бывают. Она думала, что это пришел Артур, а это нет. Последний раз в воскресенье он приехал на машине, сейчас Берта будет его караулить, да? Ходят люди. Берта, нет, нельзя, это нет. Так, пойдем мы, наверное, от дорожки уйдем. А то, не дай бог, она подбежит кто-нибудь вдруг. Ну, я не думаю, что кто-то напугается. Здесь люди гуляют, предполагают, что собаки. Берта, бери колечко. Бери. Предполагают, знают, что собаки гуляли раньше и сейчас гуляют. Вот. Пойдем. Пойдем подальше. Пойдемте. Пошли вперед. Пойдемте на наше место, там погуляем. Походим. Хорошо на улице, очень хорошо. Пойдемте. Бертуша, ну колечко пинаю твое.
Так, ладно. Пусть Берточка маленько походит, понюхает. Вот такая вот красивая у нас зима в Сибири, Барнаул. Снег, деревья в снегу. Тихо, так хорошо. Гуляют люди. Красота прям. Что, Бароня? Палку эту, палку вчера Берта таскала. Притащила с тех кустов. Мы вчера с собачками еще там прошли по центральной улице вымощенной. Людей тоже вчера не было. И белочек покормили. А белочек самих не было. Ну, были кормушки для белок. Но там голуби налетели. Прилетели голуби. Ну, я думаю, каждая птичка, каждое живое существо хочет кушать. Вот. Покормили. Ну, кто поел, тот поел. А, ребята, хотела такой моментик рассказать, наверное. Надо было вначале. Про собачек спрашивали, кто их на работе у Артура кормит. У Артура на работе, может, я так показывала в ролике, там где-то 3 человека работает. Артур и еще 3 человека. Или... Короче, печально все. Вот. Чем кормят там собак? 3. Этих собачек хозяин взял с приюта, ласки, я так поняла. И кормят их. Ну, там есть еще поросята. Тоже в ролике показывала, маленькие, низкорослые. Вот что поросятам варят с очистков комбикорма, то и собачкам дают. А им деваться некуда, они кушают. Конечно, были худые, когда Артур пришел туда работать почти год назад. Вот. И по мере возможности мы стали, когда все это узнали, стали возить им еду. Артур стал, когда я к нему приезжаю, ну, с ним бывает, заезжаем на работу. То есть начали мы их подкармливать. И собачки стали потолще. Вот, то есть, ну, хозяин, не знаю, наверное, не понимает или не хочет понимать. Может, у него другие великие, там, как мысли, думы, некогда ему думать о собачках. Ну, понятно, хозяин барин, у хозяина там, как заработать миллионы, вот, на это, хозяин этой базы. Будет он думать о собаках, чем кормить. Артур открывал тему, говорил, я ему как-то говорила Артуру, ты поговори с хозяином. Когда умер черный, было 3 собаки, а потом осталось 2, Пулька и Дуська, Дашка, которая, да, вот, черный умер. Он взял еще с приюта хозяин еще одну собачку, этого, вот этого, Шамильку черного, мальчишку. Я Артуру говорю, если он берет собак, пусть он их кормит по-нормальному. Собакам нужно мясо. Вот. Артур это сказал им. Ну, они, да, да. И все осталось на том же уровне. Кормят очистками. Поэтому мы кормим их сами. Вот. Благодаря тому, что Артур привозит еду, они стали толще намного. Сейчас, Берточка, подожди. И кто там работает, работники, ну, охранники, может быть, там, кто-то отходы дает, то, что осталось от обеда. Ну, представьте, что там может остаться на 3 собак от обеда. Вот, поэтому я вам так это озвучиваю. Не хотела я, конечно, так затрагивать там собаки. Ну, вот так вот, ребята. Вот, печально, конечно, ну, что такая ситуация складывается с собачками. Или уже сложилась, наверное, даже. Что собак кормят, как поросят. И считают их домашним скотом, а не собаками. Хотя собакам нужно совсем другое. Нужно. Вот так вот, ребята. Вот вам вся правда, чем их кормят. Мы их кормим чем? Мы покупаем кости, позвонки, там какие-то обрезы на рынке. Ну, что, когда что, да? Куриные вот эти, как там их, крылышки, бедрышки с курицы, и косточки Артур им так отдает, а на куриных, на обрезях я варю им кашу, рис, там гречка у меня, вот разные крупы, когда морковку кину, когда что-то, я уже говорила, вот, и возим им, и подкармливает их Артур, так что такие вот моменты. Так, ладно, ребята, вон там пришел лабрадор. Спасибо еще раз хочу сказать тем подписчикам, зрителям.
которые помогают нам материально. Спасибо огромное, ребята. И что я хотела сказать, еще такой момент, что, ну, наверное, богатый человек, он знает, почему богатый, он знает, как эти деньги скопить. А бедные люди, ну, вот последние отдадут. Я не скажу, что мы бедные совсем, нет. Вот, помогаем собачкам, ну, как можем. Но у нас таких растратчиков, таких жалостливых людей, наверное, и накоплений нормальных не будет. Вот, а нам надо строить. Ну, в общем, так вот как-то. Ладно, ребята, не буду я плакаться, прибедняться. Все хорошо. Так, всем хорошего дня. Всем пока.